Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем жить и выживать в Project Zomboid с негативными перками. В общем-то, по информации, у нас 17 зомби убито, 13 часов прожито. Любимое оружие — это голые руки, вес составляет 70 килограмм, потихоньку идет вверх, что очень хорошо. А играем мы за Рока, работника фастфуда, полного неудачника. Так, это я закрываю. В общем-то, подглядел я карту, на самом деле, подглядел, чтобы не блуждать, ничего такого как бы не было. Так, мне надо проверить, запись у нас там вообще идет. Запись идет, это значит хорошо. Мы пойдем сейчас в эту сторону, потому что в эту сторону будут фермы. Поскольку я не ориентируюсь особо так, но подсмотрел, пошел там на сайте, посидел, посмотрел карты. В общем, пойдем сюда, потому что сейчас стемнеет, нам все-таки нужно будет как-то это, выспаться. Поэтому тут дорога ведет немножко... туда вниз и уходит к фермам. Не знаю, будет ли там много зомби, будет ли там мало зомби. В любом случае, нужно будет в какой-то дом зайти, залезть и попробовать там заночевать. Опять же, нам понадобится еда, вода и все прочее, пятое, десятое. А, тихо. Слишком сильно как-то темно. У нас очень узкий, очень узко как бы все это просматривается. Плюс сонливость. А, радиус обзора вообще никудышный. Так, оттуда пошли. Да, в принципе, я был прав. Точнее, карта была права. Смотри, чуть-чуть пробежали, уже все. Уже отдышка. Там группа. Здесь сидит. Ну вот как быть-то, а? Забежать быстро в дом, там все слутать и свалить. А как же поспать? Здесь дверь вообще открыта. Зашибись. Блин, а ты-то откуда здесь? Этот дом, может быть, как бы получилось бы в нем поселиться. Ну, временно как бы. Там второй этаж есть. Вроде как бы это более безопасно было бы. Нас бы особо не смогли оттуда выкручить. Сейчас попробуем. Блин. Без острого слуха очень тяжело их. Они прям появляются из ниоткуда. Я не могу ходить по траве, мне прям вообще страшно, потому что не видно нифига. Пошли. Рискнем отдышкой, но попробуем их как бы хотя бы скинуть. Угу, скинул одного, других еще приманил. Неуклюжий и заметный, поэтому как бы палево везде. Фиг с ним, давай в дом зайдем. Ёлки-палки, здесь темно. Уже кто-то стучится. А где выключатель-то? Я и вообще ничего не вижу. Когда ничего не видно, это очень все плохо. Так, вот выключатель, вот здесь. Да какой телевизор? Свет включи, елки-палки. Где здесь у них лестница на второй этаж-то? Вот здесь, что ли? Доброе утро? Ага, в 12 часов доброе утро. Сюда идем. Вообще ничего не вижу. Ага, хорошо. Так, первая комната. Вообще не комната. Можно вот эту дверь... О, здесь зомби. Упади. Ну нет, нет. Если что, сбежать со второго этажа-то можно. Ну блин, смотри, дамага какая маленькая. Если нас как бы там вот пахают. Здесь просто проблема в том, что мне забаррикадироваться нечем. Я бы здесь подпер дверь и с удовольствием бы заночевал. Это... уже в дверь долбится. Нельзя просто так взять и поднять предмет. Кроме лампы этой, наверное, да?
Молоток нужен, чтобы тумбочку поднять. Ну, такой бред на самом деле. Деревянная киянка. Это еще одна спальня. Так, сейчас мы шторы закроем. И вообще оказались в полной темноте, так свет. Просто мы шумели там, может они, если что, туда попрутся. Что за простой? Это одежда какая-то. А, футболка простой. Так, подожди, стол. Его можно поднять. И можно будет подпереть дверь. Так, они уж там на первом этаже, да фиг с ним. Мы здесь как бы отсидимся чуть-чуть. Ух. Ладно, тут уже можно поспать, если что, с окна можно свалить. С утречка-то, а? Не знаю, весь на нервах. Весь на нервах. Бутылку вина мы сейчас бахнем. Половинку. Еще какую-то дверь сломали. Дом этот по швам, конечно, будет трещать. Так, вино обратно убирай. Теперь у нас сигаретку сразу надо покурить. Стрессует, стрессует. И давай спать. Вроде пока нигде не стучат. Хотя бы поспим. Блин, что ты стрессуешь? Нормально. Нервный взрыв в ужасе. Но 6 утра, как бы мы поспали, это хорошо. Значит, сможем двигаться дальше. На гемофоба особо сигарет не напасешься, будет постоянно вот этот стресс. Собственно говоря, соленья ешь. Я не знаю, как бы, как поступить, как грамотнее поступить. Я думаю, грамотнее всего будет здесь свалить из окна. Это хорошее место, чтобы здесь заночевать. Не знаю, сколько зомби сюда пришло. На всякий случай я вот этот стол возьму, уберу. И потом опять же как бы поставлю вниз. Мало ли придется здесь нам второй раз заночевать, если мы эти дома облутаем. Может, комната такая успешная, что опять зайдем, забаррикадируемся столом и все такое. В общем, поехали тогда с вами вниз. Так. Блин, а что за травму ты получил? А, незначительный урон, ну ладно. Так. Собственно говоря, попробуем по этим домикам пошариться. Никто нас не увидел, как мы дропнули. Это хорошо. Я уж испугался, что перелом, а это просто дискомфорт у него. Так. Это плохой дом. Дом для какого-то переезда, я не знаю, здесь... Более стекла все битые. Давай быстро посмотрим, может все-таки что-то здесь будет. Пей. Бутылку наполним, чтобы особо не страдать. Коробка. Коробка тоже пустая. Пошли тогда обратно. Таким же макаром, как заходили. Хорош. Кстати, можно в сторону складов будет уйти. Но насчет количества там зомби, опять же, я не в курсах. Так, я вижу, там сидит перед домом. Наша ночлежка там нормально все. Внутри зомби стоит. Ну, зашибись. Давай, сейчас он выбьет окно. Леденец. Повезло. Странный дом, то что окна опять не открываются. Либо из-за того, что неуклюже, либо из-за чего-то еще. Пошли в этот дом тогда. А, он выбил окно, отлично. Блин, меня там один заприметил.
тот сидит, отдыхает, ему пофиг, а вот этому не пофиг. Давай его сюда. Ага. Ну что такое? Хотя бы бей нормально, не промахивайся, ты чего? Услышал, что ли, меня этот? Да. А почему сонливость? Мы же поспали. Это хроническая усталость, что ли, у него теперь будет? Мы так вообще будем мало тащить. Мало что сможем сделать-то. Так, ну это нам не надо. Мы тогда очень мало что сможем сделать. В таких домах тут на первом этаже особо и не поспишь. Так, лимон, ешь. Ага. Так, строительство второй. Ну ладно, мы это закинем сюда. Первый так получим как-нибудь, а этот уже почитать придется. Так, здесь у нас что-то, сковорода, соль, картошка, все берем. Надо сейчас умыться и постираться будет. Вот, две маринары тоже забираем. Смотри, уже перегруз пошел, а? Я же все в рюкзак вроде складываю. Вот тряпки закинем тоже в рюкзак. 5.97. Это то есть как бы уже в рюкзак будешь накидывать, все равно будет нож для конвертов. Выкинь тогда. 5.76. Надо заморочиться с каменными ножами все-таки, я думаю. Конечно, хотелось бы на складе что-нибудь найти толкового. Так, сюда идем. Хорошо, здесь. Здесь нормально, все так. Пей. Умывайся. Всю одежду стирай. Теперь после этого сишку курим. Вот так вот, хорошо. Все равно немножко голодный. Что у нас получается по весу? По весу 70, ни туда и ни сюда. Надо его, это как бы, заставлять есть, наверное. Но опять же, перец, вот это все, маринара, кстати, давай съедим одну. Так, отлично. Сюда идем, так, и вот здесь, вот, блин, стол мешает пройти. Везде хожу украдкой в присядку, потому что как бы это, что-то, ну, не хочется. Так, джинсы с защитой, но режут скорость бега, нам это не подходит. Паника пошла. Так. Около нашего дома. Вон там движение в кустах. Давайте здесь попробуем. Может, открыто будет. Если будет, как бы сейчас какой-нибудь аврал, убежим в сторону складов. Ну как убежим? Я надеюсь, что мы уйдем. А это вот называется как бы это. Одним местом чувствовал. Называется почувствовать одним местом беду. Блин, сейчас со всей округи пойдут. Вот как быть? Чувак с топором впереди. А я его не смогу убить, потому что здесь такая как бы движуха идет. Блин, были бы кусты какие-нибудь в полях, фиг от кого уйдешь. Пипец, какая сигналка громкая. Со всех щелей поперли они. Ну сколько вас здесь, елки-палки. Фермеры, шмермеры, блин. Здесь вроде чисто, сюда идем. Так, стоп, оглянись. Движ есть, пошли. Надо их сбросить. Ой. Все, отдышка пошла. Идем так. Дорога, дорога.
Мы на перекрестке. Так. Здесь какой-то, наверное, жилой дом стоит или что-то такое. Хотя дорога могут... Подожди, стой. Дорога может уходить фиг знает куда. Ладно, хоть хвостов как бы у нас нету, это уже нормально. Что делать? Что делать? Скажите мне. Я не знаю, что делать. Блин, сигналка все обосрала. Хотя, с другой стороны, может, они все туда сейчас укочевали, мы здесь нормально сможем это пошариться, сейчас что-нибудь найдем. Пока никаких машин даже не встречали, кстати говоря, никаких аварий, ничего. Если бы у нас еще тачка была бы, это было бы замечательно. Можно как бы на ней уезжать, отдыхать, хотя бы в машине спать. Потому что, ну, 10 часов утра, 11, а мы уже с усталостью ходим с этой... Это же правильно, усталость, внимание снижено. Это пипец. Давай так пойдем. Тихо. Там кочевник куда-то пошел. Опа. Так, это место, по-моему, как бы как армейские какие-то здесь казармы или что-то такое. Но опять же, здесь лута маловато будет. Я не помню, было в этом месте. Нет, есть два или три места таких похожих. Но здесь можно на кухне поковыряться. Опять же, если как бы здесь нет зомбей, отдохнуть бы. Там вот вижу, стоит. Что ж все закрыто? Это же обычный туалет. Я хотел просто в нем отдохнуть. Он начал открывать окно, у него отдышка появилась. Но это как бы такое себе дело. Это же гребаный туалет. Зачем его закрывать вообще? Бить стекла вообще никакого желания нет. Там вот группа стоит. Там два стоят. Нам отдохнуть надо. Здесь тоже опять же... Блин, еще вышел. То есть их здесь много. Мне вообще не вариант сейчас здесь шуметь. В душевую это пустите, нет? Вообще все закрыто. Понятно. Там вот самое интересное здание, у него зомби как раз тусуется. Меня, кстати, увидел ползун. Ай, была не была. Мы его раздавим и залезем, хотел сказать. Зашибись. Кепка спасла. Просто, короче, сейчас вот могло все закончиться быстро. Ты говнюк, а? Упади, пожалуйста. Один, три, один, три. Это может значить одно, что мы будем сейчас его бить до потери пульса просто. Шумят несколько вот там. Либо это один такой вот этот ползун-крикун. Жесть какая-то. Вроде их здесь и немного. Нет, еще все-таки ходок сюда идет к нам. Можно пройтись. Это там ползунович так выпал как-то сейчас странно. А, по окнам пройтись, но опять же как бы. Он там лежит, короче, притворяется. Не то ползет, то не ползет. Давай. Подходи ближе. Я бы сейчас от кофе
не отказался бы. Я не смогу их двоих бить. Он будет мешать. Хотя... Блин, еще покрикивает, его бьешь, это тоже плохо. Хватит. Так, балаклава. Давай, надень. Дело в том, что мы козырек наш потеряли, а он нам жизнь только что спас. На чепчик какой-то похоже. Так, свитер, вся эта фигня, это брать не будем. Ну что, пошли, рискнем. В туалет залезем. Отсидимся там. Под отбеливателя слить на землю. Я так сейчас слушал, показалось, либо шаги, либо не шаги. Так, смотрим, что здесь у нас. Ну, оружки здесь точно никакой не будет, наверное. Это ж просто туалет. Сейчас просто здесь посидим чуть-чуть. Ух, так, что у нас есть поесть? Во-первых, бутылка с отбеливателем у нас остается, вот это мы вообще выкинем. 6666 вес весит. Так, кулон из янтаря скинь, серьги выкинь. Будем экономить вес на всем сейчас. Майка, в принципе, что у нас есть же, футболка. Рвать на тряпки не буду, просто выкинем. Кольцо золотое нафиг выкинь. От всего избавимся. Ну, смотри. Опять же, из-за голода у него сейчас только пятачок может с собой таскать. Леденец ешь. Сникерс ешь. Ага. На зеленую-то сразу как лучше. Давай, мотаем время, отдыхаем. У него, наверное, не пойдет вот это, потому что изнурение... не пройдет. То есть ему надо сейчас это, спать на земле, чтобы прошло все вот это. Если мы будем спать на земле, я не знаю, как бы чем может это обернуться, потому что здесь они туда-сюда бродят. Но опять же, как бы делать-то особо ничего и не остается. Сейчас 3 часа дня, ну полазим, мы еще можем здесь окно разбить, вот это, залезть в душевую. Вот это вот помещение меня больше всего из этих интересует. В принципе, как бы, давайте эту серию сделаем коротенькой, наверное, сейчас здесь в туалете посижу, отсижусь и начнем с вами в следующей серии думать, как, что делать. В общем, какая-то такая тавтология получается. Но вроде пока здесь тихо, вроде пока нормально. В общем-то, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмякайте на колокольчик, заходите в группу ВКонтакте. Блин, это я уже все сказал. Ладно, все. На меня уже жара, на самом деле, плохо действует. Я тут записываю, сижу, очень жарко, очень душно. Так что всем прохлады и всем пока.